раннее утро, суббота, мы едем на студию. Настроение бодрое, как можно больше попробуем записать сегодня песен. Закончили запись барабанов для второго альбома нашего. Вот. Процесс записи прошел проще, чем к первому альбому. Да. Мы... Все отлично у нас. Все получилось круто, и барабаны будут звучать по-настоящему метально. Вот. Процесс записи прошел довольно-таки нормально. Все в рабочем темпе. Первый альбом мы не так записывали. Мы записывали как бы кусками, блядь. А здесь мы писали как бы по такой методике, что сразу всю песню, то есть одним дублем. Как бы впечатление от записи, что можно сказать? Почти посторгазмические, в принципе. Точно. Ощущение очень-очень положительное. Нормальное впечатление. Вроде все записали, думали, что будет дольше. Вроде так вот получилось, что нормально записали. Что я могу сказать? Все отлично. Будем и дальше придумывать песни, рубить концерты. Так, конечно, я вас всех люблю, целую и все такое.